любовью вашей стали уже давно, да и не только вашей, могу сказать, и моей тоже, бабуши бархатная мягкость. Ох, какие они отличные. Слушайте, 690 рублей. Ну, совсем не деньги. Лот номер 77-365. Это хит. Вот сейчас вы видите эту надпись не просто так. Это действительно хит наших продаж. Вы помните, какую феерию устраивают бабуши, каждый раз появляясь в эфире? 1300 рублей сэкономили. Размерный ряд от 37 до 41. Два цвета представлено. Синий сейчас на вашем телеэкране, а вот розовый закончился, знаете, когда? С момента анонса. Вот так вот. Это все к тому, что ждать-то, в общем-то, нам с вами нечего. Надо звонить, а не ждать. Ну что ж, Алена, давай с тобой разбираться. Почему эти бабуши так популярны? Потому что они невероятно комфортны. Mm-hmm. Прежде всего, конечно, хочется рассказать про комфорт. Давай. Это текстиль, который очень мягкий и подстраивается также под форму ножки. Сразу mm-hmm. хочу продемонстрировать, что если у нас имеется вальгусная деформация или еще какие-то особенности у пальчиков, более полнота, может быть, да, mm-hmm. увеличена, она очень... Мягко и комфортно распределяется в носочной части. Угу. Широкий носочек, очень мягкий и удобный. Так. Конечно, дополнительная резинка у нас здесь, эластичная угу. вставочка, которая также дополнительный комфорт создает. Очень мягко и растягивается прям вот вообще как гармошечка. Ой, слушай, как здорово, очень. Да. Слушай, она такая широкая, то есть она не будет, получается, ногу ни в коем случае пережимать, правильно? Нет, абсолютно, да. Она угу. с другой стороны, она плоская, то есть действительно будет комфортно и дополнительный комфорт создавать за счет того, что она растягивается. Растягивается и подстраивается под вашу ножку. Сразу хочется, конечно, перейти и к подошве. Это мне бы сказала, знаешь, вот такие-то комнатные туфли. Да. Действительно туфли, потому угу. что у нас имеется большая очень платформочка. Так. Я могу даже сразу по мере сказать, давай сколько сразу, она у нас да, чтобы будет все было понятно нам сразу с вами. Так у нас получается 3 сантиметра высота. 3 сантиметра, угу. и она идет анатомической формы абсолютно на, угу. До носочка. Даже на носочке у нас она почти 1.5 сантиметра. Ну, то есть получается, что высота под... приподнятости по факту 1.5 сантиметра, правильно? Да, угу. да, получается так, действительно. А пяточка, на пяточку приходится самая у нас ударная нагрузка, самая большая. Так. Особенно для дам с пышными формами это является важным преимуществом, потому угу. что действительно она будет правильно распределяться за счет вот такой подошвы. Так. И очень мягкая. Вся ударная нагрузочка у нас не будет переходить только на пяточку, будет распределяться по всей стопе. Ух ты, как я тут с ними играю. Смотрите, я сделала рулетик. Вот так вот в прямом эфире из наших сделала бабушу рулетик. Почему я это сделала? Потому что это очень важно для тех, кто, допустим, носит обувь на сменку с собой, либо отправляется в поезде. Вот сейчас, кстати, вот смотрите, рулетик я сделала. Сейчас вам еще раз покажу. Мне, в общем-то, скрывать нечего. Смотрите, раз, два, три, и вот в таком виде я даже дамскую сумочку могу их сложить, они поместятся. А как это удобно, допустим, если на поезде ехать? А на поезде, кстати, мы скоро вместе поедем многие. Новый год-то не за горами, а я, да-да-да, я вам не забываю напоминать, что 95 дней-то у нас с вами до Нового года, 94 уже даже. Сегодняшнего дня. Нет, друзья мои, время поторопиться. Смотрите, у нас закончился 38 размер. Вот так вы ждали? Нечего ждать. Слушай, а какой образ красивый. Ты знаешь, комнатные туфли, ты говоришь, я бы даже сказала, что сейчас это не комнатный образ. Да, конечно, на самом деле, если нужно пойти, например, к подруге, да. в тапочках неудобно идти, ну, да и некрасиво. Да. Поэтому вот в таких замечательных, элегантных бабушах это будет действительно полноценный образ. Тем более, что цветочный принт, это любимейший у всех дизайнеров. Они угу. всегда украшают ими и сумки, и платья, угу. и обувь, и это всегда актуально и всегда модно. Алён, а вот что такое вообще, в принципе, бабуши, да? Вот кто-то может не знаком быть с самим термином, да? Получается, бабуши это удобные туфли или как это называется по-русски? Ты как знаешь, это будет бабуши, по-русски? Бабуши пошли вообще из Марокко и действительно угу. были созданы для комфорта, потому что именно девушки, женщины носили эти тапочки и очень легко потом снимали их, когда нужно было зайти в церковь, чтобы угу. помолиться. То есть они были созданы именно для этого. Это удобные тканевые туфли, мягкие, которые легко снимать и надевать. Первое, что вот можно сказать про них. Ага, а что у нас внутри? Потому что я вот трогаю, вот это просто какая-то нежность. Вот бабуша, такое нежное название. И ты знаешь, внутрь рука попадает, мне вынимать не хочется. Я уж, конечно, хочу примерить, скоро я это сделаю. А знаешь, это у нас не просто тапочки, туфли, это угу. у нас очень здесь утеплены они. У нас утеплитель ага. здесь войлок. Это войлок? Конечно. Ух ты. А войлок, он очень теплоизолирующий, он подстраивается ага. под температуру ножки. То
есть, если наша ножка, например, при холодной температуре, она у нас согревается, но она у нас не перегреется. Угу. То есть жарко нашим ножкам не будет. Будет именно комфортно. Здесь действительно и надпись, как ты видишь, уют и комфорт. Слушай, а, кстати, надпись на русском языке, то есть производство наше российское? Да, да, конечно. Угу. Наши российские производители заботятся о комфорте. Вот, написано «Made in Russia». Так, ну раз наш российский производитель, сейчас я сама буду этого производителя испытывать, так сказать, опытным путем, дабы вам говорить абсолютную правду, ну хотя я могу сказать, что мы все время говорим, конечно, абсолютную правду, но лучше, знаешь, провести опыты на себе любимой, чтобы быть уверенной. Вот знаешь, Алена, расскажи мне, пожалуйста, про вот эту текстильную основу, насколько она комфортная в уходе, допустим, да, ну всякое бывает, загрязнились, что-то произошло, могу я их постирать или нет? Да, их можно постирать даже в машинке, но на бережной стирке, угу. Поэтому абсолютно смело можете пользоваться именно машинной стиркой или на руках. А также, ты знаешь, мне кажется, вот сейчас увидим второй образ, именно твой. Это не только платье и элегантность, да, можно носить с леггинсами и туникой, можно носить с джинсами, можно, вот действительно, это такие универсальные тапочки, универсальные бабуши, которые мягкие, но при этом очень красиво смотрятся. Слушай, ну на тему красиво, это я с тобой, конечно, полностью соглашусь. Вот, кстати, как мы размер выбираем, потому что, мне кажется, я себе все-таки немножко великовато взяла. Размер в размер берем, скажи, пожалуйста. Можно брать размер в размер, да. Угу. Если, ну, если мы хотим на улице их носить, тогда можно и взять на побольше. То есть, если у нас будет на голую ножку, тебе вот сейчас комфортно, удобно, да, слушай, по размеру? Слушай, мне удобно и комфортно, но я их точно заказываю для бабушки Оли своей. Объясню тебе, почему. Вот, они поэтому... широкие. Угу. Потому что вот у меня что у мамы проблемы, у нее, в принципе, сейчас еще и с ногами проблемы из-за варикозного расширения вен, и что у нашей бабушки Оли, а бабушки Оли у нас, в общем-то, 82 года, но при ее 82 годах она у нас модница еще та. Ты знаешь, она любит, в общем-то, покрасоваться перед подругами. Но у нее такая проблема, Алена, у нее была травма ноги в молодости у нашей бабушки Оли, и сейчас, естественно, дает о себе знать. И у нее одна нога отекает быстрее к вечеру, да, одна практически не отекает. Скажи, пожалуйста, вот раньше мы что делали? Мы покупали две разных пары, одну больше, одну меньше. Теперь этого делать не придется? Да, да, конечно. За счет эластичной вставки у нас увеличивается полнота и подъем подстраивается. Но если все-таки, хочу уточнить, если хотите носить с теплым носочком, берите на размерчик побольше, не прогадайте, не спадут они с ваших ножек. Ну, ты знаешь, я все равно себе возьму и вот эти, объясню тебе почему. Так как я живу за городом, мне периодически нужно выйти на веранду зачем-нибудь, там, по каким-то своим делам. И я надеваю дома сейчас, я еще отопление все никак не включу, хотя сама его могу включить, но как-то пока думаю, ладно, еще можно пожить без включенного отопления. И у меня вот такие толстые носки шерстяные. Мама мне связала из козьей шерсти. Ну, такие прям хорошие носки, толстые. И я с толстым носком, вот прям с толстым, буду брать себе даже, вот, пожалуй, даже этот размер. Несмотря на то, что... И плюс они широкие, комфортные, вечером удобно. Но, кстати, вот про удобство и комфорт скажи, пожалуйста. У меня дом дощатый, с деревянными полами. У многих наших телезрительниц, особенно кто живет не в России, не в Москве, а в регионах, у них дома, у многих, вот я вот даже узнавала в колл-центре, там, 54-й год постройки. У многих дощатый пол. По нему вообще обувь скользит ужасно. Эти не будут скользить? Нет, скользить не будут. Давай вместе посмотрим, продемонстрируем. Здесь у нас такое идет, как бы, я, ну, чтобы было видно, такие небольшие зубчики. Так. Как вот бывает, делают на футбольных кроссовках специализированных, да, видишь, и за счет такие них... тормозки, что ли? Да-да-да, за счет них дополнительное сцепление будет происходить. И у нас подошва сделана из ПВХ, то есть это у нас очень мягкая. Заломов не бойтесь, она не сломается, не погнется и не треснет. А поэтому... у нас единственное, знаешь, чего стоит побояться, Алена, прости тебя, перебью, что закончатся они. 37-й размер уже в ограничении, 39-й уже в ограничении, продано 33 пары. Я только что вам хотела про 25 сказать, а уже 33. Я не успеваю за вами. Ну и, конечно, могу по опыту сказать, но мне чуть-чуть великоваты оказались, не беда. А, хотя как не беда, 37-й-то мой уже, в общем-то, в ограничении. Беда, друзья мои, у меня это оказывается. Ну ладно, что-нибудь придумаем. 40-41 пока еще есть. Ален, помимо того, что у нас стелька здесь, да, из войлока, допустим, могу ли я ортопедическую стельку положить поверх? Или мне даже поверх не придется класть? Не придется класть поверх, потому что стелька у нас съемная. Можно ее стирать также отдельно, доставать, ну, чтобы каждый раз не стирать вместе с туфельками. Можно ее стирать отдельно. Ну и, конечно же, если у вас есть своя любимая ортопедическая стелька, которая именно для вас создана, можете смело поменять нашу стельку на ортопедическую. Ох, как мне нравится эта надпись «Амора». Это ведь любовь, уют и комфорт написано по-русски. Ну а самое главное, можно сразу готовые образы себе подбирать на нашем телеканале. Вы видели нашу модель в плане?
кровати. Ну, а я сегодня для себя выбрала тунику. Почему? Да потому что это удобно и комфортно. Моя туника называется Артемида. Номер лота 31025. А цена всего лишь 1290 рублей. Ну вот, посмотрите на мое довольное лицо. По-моему, это как раз доказательство того, что мне действительно удобно и комфортно. Здесь у нас с вами очень хорошая длина. Рука в 3/4. А на зиму вообще идеально, потому что, смотрите, ничего выбиваться, допустим, из-под куртки или из-под пиджака не будет. Причем рукав широкий, очень хорошо тянется, материалы нежнейшие. Мне нравится вот это украшение. Меня оно зрительно сразу вытягивает. Вообще люблю оказаться повыше, потому что как только ты кажешься выше, сразу кажешься стройнее. Мне очень нравится меланжевый эффект на нашей тунике за счет такой очень интересной вязки, переплетения нитей. Ну и, конечно, мне цвет нравится. Вот я для себя выбрала синий. Он такой спокойный, очень умиротворяющий. У нас есть еще бордовый и коричневый. Кстати, бордовый — это самый актуальный цвет этой осени. Цвета огненные, цвета огня выбирайте для себя. Ну, а если хотите классику, тогда выбирайте бабуши за 690 рублей. Кстати, это отличный способ позаботиться о ваших близких. Подумайте сейчас о людях старшего возраста, о наших мамах, бабушках, тетушках. Им нужна наша забота. Лучшее проявление любви – это забота. А будут ли заботиться о нас эти бабуши? Конечно, будут. Действительно, именно для людей в возрасте, у кого кровообращение работает вот по-разному, да, бывают ножки холодные, прям ледяные. Ух ты, расскажи про это, пожалуйста. Особенно, вот ты говорил про бабушку, они хоть 10 носков наденут, им будет ноги холодно, мерзнут, да, ноги мерзнут, и ничего с этим поделать нельзя. Вот именно войлок, он будет контролировать, теплоизолировать и контролировать теплоту. То есть они очень тепленькие, не только стелька, но они полностью внутри изготовлены из войлока, поэтому ножки наши не будут мерзнуть. Ох, вот главное, не замерзнете вы, не будете простужаться, здоровье принесут наши бабушки. 41 размер тоже загорелся красным. Вы только посмотрите на размерную сетку. 37-й красным горит, 39-й, 41-й. Это значит, что там меньше всего. 38-й вообще закончился. Есть шанс не успеть, но есть шанс успеть. И ваш шанс счастливый, я верю. Продано 60 пар. Буквально за несколько минут презентации 65 пар. А 60 пар уже успели себе забронировать и купить. Хит наших телепродаж. Почему? Да потому что все мы за комфорт, все мы за здоровый образ жизни, а вот я лично еще за счастливый образ жизни. Для меня это прежде всего. Лот номер 77-365. Сегодня с вами мы бабуши покупаем всего-то за 690 рублей. Таких цен нет нигде. 1300 мы с вами сэкономили. Мягкая подошва, очень удобные, комфортные, с резинкой. Давай еще раз с тобой расскажем про материал и про комфорт, потому что здесь написано уют и комфорт. И про уход, кстати, давай тоже сразу, чтобы, ну, пусть она заботится, обувь, а не мы о ней. Вот. Конечно, я уже рассказывала про то, что их можно стирать, если необходимо, на бережной стирке в машинке. Угу. Как ухаживать за подошвой? Каждый раз же мы стирать не будем, да. У нас подошва белая. Если возникает вопрос, как же ухаживать за ней, это полиуретан. Соответственно, за ним очень также простой уход. Просто протираем каждый вечер, и он остается таким же белым. Угу. Если какое-то загрязнение появилось, вы увидели, то можно также, вот, как я говорила, щеточкой протереть. Щеточкой потереть, и абсолютно ничего с ним не произойдет. Он очень износостойкий. Сгибать можем, щеточкой чистить можем. Он будет, да. Угу. И не, он пористая структура у него, поэтому он не пропускает в себя именно загрязнения. У нас они остаются снаружи. Слушай, а мне все-таки нравится, что это не просто, знаешь, домашние комнатные туфли, хотя, с одной стороны, их и так можно назвать. Это полноценная пара обуви, которая помогает нам создать потрясающий образ. Вы видели, с туникой, с леггинсами хорошо смотрится. На нашей модели, на Катерине, с платьем вообще роскошный ансамбль получился. А если еще каких-то элементов добавить, как Катя сделала, вот такой очень легкий шарф сразу, очень элегантная леди. Да, комнатная обувь может и должна быть элегантной. И, конечно, в первую очередь она должна быть удобной. Что может быть лучше, чем бабуши с войлоком внутри за 690 рублей? Цена-то тоже нам душу греет. Вот он, здоровый комфорт и счастливый климат вашей семьи. Почему? Потому что лишних трат нет, а время по магазинам бегать нам тоже теперь не нужно. Все приедет к вам само.